И снова здравствуйте. Надеюсь, вы видите меня хорошо, потому что кое-что изменилось. Ну, в общем, история будет очень похожа на ту, которая была в прошлом видео. Но суть ее будет заключаться немного в другом. Точнее, в продолжении другого. Так вот, ситуация заключается в том, что я поменял камеры. Вместо тех двух, которые у меня были ранее, я приобрел новые две. Новые две стоят в айфоне. Хотя, скажу вам честно, весь сыр-бор не из-за того формата, который вы видели перед этим. Весь сыр-бор ради вот этого формата. В этом формате будут сниматься сторис, в этом формате будут сниматься квадратное видео для Инстаграма. И вообще, конечно же, приобретение айфона — это всегда про Инстаграм. Конечно, легче всего снимать на селфи-камеру, но она не так хороша, как обратная камера любого телефона. И эта история помогает в съемке кого-то, но не самого себя. А так как формат, в котором я снимаю на YouTube, он подразумевает то, что я должен видеть себя хорошо, он, конечно, немножко меня сбивает. Я перехожу на стадию журналистики в Инстаграм-пространстве по поводу темы своего личного бизнеса в сфере дизайна интерьера. У этого инструмента есть своя окупаемость. Это качественный контент в Инстаграме, в котором я уже потратил за все время существования Инстаграма и Фейсбука. В моем рекламном кабинете потрачено $4550.